Олигархов на Украине сейчас вообще не самые лучшие времена. У Игоря Коломойского забрали банк, у Рината Ахметова остановили производство. О ситуации с Фиртышем Николай Азаров, до госпереворота, возглавлявший правительство Украины. Ясно одно, что американцы очень заинтересованы изолировать Фиртыша от Украины, потому что обвинения, которые они выдвинули, высосаны из пальца, надуманы, там даже вот любому нормальному человеку кажутся смехотворными. 15 лет назад какой-то там индус взял какую-то там непонятную взятку. Кто ее давал этому индусу? Ну просто смехотворное обвинение. Почему не тогда Порошенко не предъявляют такие же точно обвинения, когда есть свидетельские показания не кого-нибудь, а члена парламента Украины Онищенко, где он признается в том, что он ежемесячно давал взятки Порошенко. В долларах взятки, поэтому, казалось бы, американская Фемида имеет все возможности возбудить против Порошенко уголовное дело. Но у нас прицепилась к ситуации, которая была там 15 лет тому назад. То есть политический контекст этого дела абсолютно понятен.